Товарищи солдаты, сержанты, офицеры, прапорщики, вы отважно и мужественно выполняли задачи по защите нашего Отечества. Мы проявили мужество и отвагу, и указом президента Российской Федерации награжден орденом мужества. Товарищ командующий, командир, для награждения прибыл. Поздравляю. Хорошо. Я думаю, что, конечно, орден мужества — это очень хорошо, поэтому давай продолжай так же, понял, да? Есть. Да. Поздравляю. Служу России. Давай тоже. Слава Богу, что, как сказать, тебе этот орден заслуженный. И никто тебе никогда не скажет, что ты его не заслужил. Давай, спасибо. Служу России. А вам поздравляю. Молодец. Спасибо. Поздравляю тебя тоже с награждением. Я думаю, что это не первый, не последний. Поэтому. Поздравляю. Спасибо. Молодец. Служу России. Для награждения прибыл. Поздравляю тебя. Желаю тебе здоровья, самое главное. Спасибо большое. Ну и продолжение побед. Поздравляю. Я хочу, чтобы вы продолжили дальше борьбу, все вернулись живые, здоровые, понятно, да? И только радовали семьи и радовали своих родителей. Поэтому спасибо вам большое за выполненное мероприятие. Спасибо за то, что вы есть. Остальное там уже по ходу разберемся. Всегда вас поддержим в выполнении ваших задач.